Ты уже сделал это однажды. Теперь нужно сделать это еще раз. Осмотреться. Чтобы осмотреться, используйте мышку. Угу. Прикольненько. Так, всем ку, ребят. Сегодня поиграем с вами в очередной хоррор-бродилку. Я так понимаю, что игрулька наподобие бункера. Кто смотрел прохождение меня на канале, тот поймет. Если нет, то может после просмотра этой игры перейти посмотреть бункер. Так. Это? Мы с вами получили какую-то записку, да? Что-то смотреть, взять аж текст. Давай посмотрим. А, текст нельзя взять. Так, твой дневник, он всегда под рукой. Хорошо. Давай пробел заберем, значит. Отлично. Все, забрали дневник. Так, передвижение, это понятно. Давай посмотрим, что это. Так, ты месяц напролет проклинал эти таблицы, на которые приходилось смотреть часами, а теперь жалеешь, что нельзя остаться с ними навечно. Ну да, согласен. Ладно, встаем навстречу приключениям. Так, ага, автосохранение, да, пошло? Так, а можно на тебя посмотреть? Они хотят атаковать французские траншеи. Так, ты так хочешь ошибаться, но чувствуешь, что это смертельный приговор. Хорошо. Я поговорил с ним, но не знаю, понял ли он хоть слово из того, что я сказал. Так, спрятать текст. Аж продолжить. Ага. Покрутить, окей. Ладно, заберем. Ты кто? Если вместо приказа атаковать отправишь по радио запрос о помощи, тебя арестуют за дезертирство. Ладно, тогда не будем. Что это за бумажка? Буква расплывается у тебя перед глазами. Все же с некоторыми усилиями тебе удается их прочесть. Окей, заберем. Так, тут мы не пройдем с вами. А здесь у нас что? Так, ты кто? Что это за храпунцель? Или что это светится? Так, дай сюда. Хотел отправить открытку домой, но не нашел правильных слов. А теперь слишком поздно. Да ладно, никогда ничего не бывает поздно. Твоя выставка так и не случилась. Ты последняя частичка синего голубя. Угу. Блин, насколько я понял, насколько я посмотрел, получается, трейлер этой игрушки, то это реально будет как бункер. Сейчас мы выйдем, за нами будут какие-то бабайки бегать. Мы должны будем с вами найти либо выход, либо как с ними справиться. Кажется, здесь что-то чинили. Жаль, ты не особо разбираешься в технике. Ну да, согласен. К окружению. Так, лейтенант отправляет нас в атаку всю роту. Давайте, готовимся. Не знаю, буду ли успевать читать этот текст, либо не буду. Так что, если что-то... Сор, если что-то пропустил. Так, винтовка, хорошо. Отлично, хоть можно будет отстреливаться, да? Так, повернуть, приблизить, отдалить, взять. Ну, берем. Взять. Так, нажмите R, чтобы достать или убрать винтовку. Окей, достали, убрали. Угу. X8 нам не дали, да? Ну и ладушки. Идемте дальше. Так,
Смейте, чтобы ухватиться с дверь. И откройте ее. Окей. Пока все просто, и пока мест тут нету этих монстров. Ладно, идем. Идем смотреть, что нас тут ждет. Давай, наверное, немножечко ускоримся, да? Во. Так, первый ждет, ждет приказа. Нет, комендант. Так, второй из вас ждет приказа. А, хер комендант, я понял. Третий из вас ждет приказа. Хер майор. Так, ладно. Немножко серьезнее, это, как говорится, хоррор. Так, используйте даблы, чтобы пролезть вперед. Хорошо. Так, ты кто? Берлинский проезд. Окей, тихо, солдат. И пошевеливайся. Так, надеюсь, это не по нам стреляют. Так, передним траншеям вперед. О, понял, до побачення. Так, ты кто? Лестница смерти. Бегим, бегим, бегим. Я так понимаю, нам нужно будет сейчас добежать до какого-то места, да? Чтобы активировать касцену. Так, первый взвод пошел прорываться. Контр, чтобы присесть. В атаку, пулеметы. Так, давайте ради приличия винтовку достанем. Мало ли, может, стрелять придется. Может, и не придется. Так, если направо и налево, да? Второй взвод пошел. Давайте, ребята. Так, это наши? Или кто это? Или это не наши? Осторожно, пошли, пошли. Третий взвод пошел. Так. Пошли наверх. Го-го-го. Хорошо. Может, нам просто пробежать? Так, бонжур. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Так, осторожно, осторожно. Осторожно, побежали. Не знаю, конечно, куда мы с вами бежим. И кто у нас там ждет впереди. Я думаю, лучше пробежаться, правильно? Так, граната. Сюда, бегу, бегу, бегу. На помощь, на помощь. Но в бункере плюс-минус такое же самое было начало. Ну, так же самое, куда-то бежали, потом провалились и... Потом началось все. Так, бегим, бегим, бегим. Ах ты, блин, испугал меня. Ну во. Про что я говорил. Сейчас начинается, наверное, самое интересное, да? Это наш герой на колючей проволоке. А? Весело ему сейчас будет. Бля, кто это? Помог, проверяй. Так, глава первая, отчаяние. Конечно, нас там намотало на колючую проволоку. Конечно, отчаяние. Только я так и не понял, это мутант там был или просто обычный человек, который нам не помог? Так, а можно немножко быстрее прогружаться, если, конечно, не сложно. Если, конечно, кажется, вам не сложно.
Так, нажмите любую клавишу, давай. Это безумие должно закончиться, слышишь? Нет, я хочу, чтобы мой сын вернулся. Ты и твой проклятый благородный орден, вы забрали его у меня. Ты у меня все отобрал. Чепуха. Наш сын вернулся, ты это знаешь. По голове себе постучи. Так, ага. Это, походу, мы вернулись, да? В той же самой курточке я видел, да? В той же самой одежде. О, это телефона? А, нет, это спички. Ага, хорошо. Значит, мы что-то будем с вами поджигать. Понял. Наверное, вот сюда, да? Да. Отлично. Записка. Дорогой Пауль. Я подхожу для тебя копию азбуки Морзе. Ты, наверное, изучил ее в школе. Код Морзе — это целый язык, и теперь довольно бегло на нем говорю. К счастью, мой телеграфонный пункт находится в надежном месте. Это уже дважды спасло мне жизнь. У меня скоро выходной. В этот раз мы сможем увидеться. Или я опять встречусь только с мамой. Пожалуйста, позаботься о ней, твой брат. Окей. Кеюшки, так, можно открыть? Не, нельзя, закрыто, ну да. Оловянный солдатик, забрать. О, достал нож, режь. Это клинок куда тяжелее, чем кажется. Грязный мелкий воришка, ты мне не сын. Я так понимаю, наш главный герой это младший брат, да? А старший остался либо в колючей проволоке, либо это мы. Я так и не понял. Так, судорожно дышит, хорошо. Интересно, если я раз пять так нажму, он нас кони двинет или нет? Все, открыли. Бонжур, кто там стучит? Кому там по голове постучать? Ага, нам нужен ключик. Нам нужен ключик. Лифт работает. Лифт на чердак. Похоже, совсем новый. Окей. А что там еще? Интересно, что наверху. Мне тоже интересно. Только как его вызвать? А, во. Ничего не происходит. Понял? Наверное, нема электричества. О, слышь, а ты кто? Погоди. Алло. Ах ты, падла, сразу допугать меня собираешься. Ладно, сохранение пошло. Мама часто запиралась в музыкальной гостиной, не выходила оттуда часами. Но сегодня... Этого ты не доспустишь, хорошо. В самые темные времена меня спасает только музыка. Есть... Если в мире сердце, которое оно не может растопить. Так, ну когда звучит это ужасно... А можно меня не перебивать, женщина? И музыка в отца, мне хочется вывернуться наизнанку. Кажется, будто стены рушатся, а с ними весь мир. Мне хочется жить, но я знаю, где он прячет ключ. Так, сбор документов и подсказок. Нажмите «Тап», отлично. В темные времена, задачи. Так, жетонный солдат 028, браслеты, документы. Найди способ попасть в музыкальную гостиную. Окей, где он прячет ключ? Где он ключ прячет? Ладно, где-то он прячет. А, еще спичка. Еще спичечка. Значит, мы должны будем с вами сейчас найти ключ. Так, что такое? Эй, не толкайся. Но я же не знаю, что такой медленный.
Я не виноват, что ты не можешь меня подсадить нормально. Я уже говорила вам, нельзя забираться в дом через окно. Но ты не открывала. Я 100 лет стучал, и никто не открыл. Ох, мальчики. Ну тогда заходите, только тише. Дедушка спит. Окей, дедушка спит. Ну пусть спит. Сейчас, секундочку. Секундочку, все, пошли. Так, нам нужно найти ключ. Где он будет? Этот ключ. Блин, сколько всего, приношу свои глубочайские соболезнования. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Угу, хорошо. Да, это брат, походу, да? На фото вы с братом. Твой взгляд падает на лежащий рядом некролог. Вы сражались, а он просто смирился с вашей смертью. А, они просто смирились с вашей смертью. Хорошо. Что это такое? Красная свечка взять. Красная свечка взять. Ага, это, наверное, мы, когда сейчас свет отключится, будем со свечкой, да? Так, с глубочайшей скорбью сообщаем, что сыновья нашего генерального директора и внуки великого генерала Лотера фон Шмидта. Окей, да, спасибо, пожалуйста. Сами читайте. Так, здесь открыто, здесь еще спички. Блин, сколько мне нужно будет коробков спичек? Что? Ассеты со списками погибших. Тебе совсем не хочется их читать. Хорошо. Мне хочется просто найти ключик и понять, что тут происходит. Закрыто. О, открыто. Бонжур. Никого нету. Ну да, как обычно, заперто. Нужно будет найти ключи от подвала, спуститься, да? Пока не за нами кто-то будет бежать. Правильно я понимаю? Так, это ага, мы пришли оттуда. Ладно, открываем. Мы пришли отсюда. Все, забрать свечку. Забрать свечку. Рюкзак, спички, красная свечка. 3 штуки. Ага. Окей. А ключ от комнаты мы так и не нашли, да? Так, ты кто? Так, это пулемет из мира музыки. Он разрешает. Ага, ла-ла-ла-ла. Хорошо. Проблема наша решает. Нет, проблему не решает. Это ключи. Не могу найти. Блин, сколько здесь ключей. Еще одна черная записка, да? Так. Уважаемый генеральный директор, похоже, кто-то нарочно испортил ваш оркестрион. Насколько детально вы... Бла-бла-бла. Я верну ключ в сундук в прихожей. Вернемся к установке лифта. Ага. Сундук в прихожей. Ключик. Так. А где наша прихожая? Что такое прихожая? Как мне тебя найти? Так, прихожая. Сундук в прихожей. Кто это? Соль. Ля, это, наверное, с помощью соли я буду от этих, от бабайка отбиваться, да? Так, пожалуйста, берите себя. Надеюсь, что скоро смогу снова работать у вас. Ага. Это тоже. Дорогая мама, я рад, что вы сумели пережить этот холод. Окей, да, ладно, но мне нужен сундук. Сундук в прихожей, в прихожей сундук. Здесь мы вроде были. Только я так и не понял, это мне придется заниматься перфолента. Ладно, пригодится. Мне придется заниматься лифтом, либо там рабочие будут. Кто ты? Дорогая мама. Под грохотом пушек я не могу больше злиться на отца. Я очень за всех переживаю.
Угу. Я тоже за всех переживаю, особенно за себя, потому что мне приходится столько читать в хорроре. Как твои дела, мама? Нормально, все хорошо. Так, мне нужен сундук, либо чемодан. Что мне нужен? Мне нужен чемодан, ребят. Так, прихожая. Прихожая. Налево, направо. Либо сюда. Ну все. Не задыхайся, пожалуйста. А, что? О, здорово. Как оно? Ага. Теперь ты тоже весь мокрый. Хватит брызгаться. Мам, он меня облил, теперь я весь мокрый. Отлично, ты теперь можешь помочь. Помочить ноги. Вода теплая. Приятная, правда? Теплая и мокрая. Посмотрите, какие быстрые парусники. Они точно плывут в Америку. Из Ванзе озеро для этого маловато. Ну, кто знает, может, они найдут способ. Они могли бы через Хаффель выплыть. Кейль бы и продолжить путь до самого Гамбурга. Это окно большой мир. Оттуда все возможно. Спасибо, что такой короткий текст был. Если было бы длиннее, я бы, наверное, забил бы. Мне нужен чемодан. Где мне найти этот чемодан? Где эта прихожая? С этим чемоданом. Так, бонжур. Приблизить, отдалить. Так, когда отец впервые увидел свой портрет, он ничего не сказал, ни слова. Да я бы сам, наверное, в шоке был бы от такого портрета. Так, хорошо, давайте пробежимся. Здесь мы были, да? Вот это вот прихожая. Правильно я понимаю? Это тут где-то должен быть ящик, по идее. Тут все закрыто. Так, мы здесь были? Да, мы здесь были. Блин, только не говорите, что я сейчас буду 60 тысяч дней вот это вот искать. Где этот? Ящик, коробка. Что-то. Что, тут дверка есть? Бонжур. Угу. Мы здесь с вами были. Это не оно? Присесть? Нет, не оно. Для него тоже нужен ключ, который я без понятия, где находится. Ну это сейчас, как обычно, мы будем с вами очень долго и нудно. Но по идее это прихожая. Либо я ошибаюсь. Либо я ошибаюсь. Так, что это? Ля! Шприц и флакон. Ртуть 10 миллиметров. Ага, забрали. Так, отлично. Отлично. Хорошо. Magdalena refuses to accept that both our sons have now taken up service in the name of the Kaiser and the people. Понял, ничего интересного нету. Во, ключ от оркестриума. Ну, если это как бы чемодан, тогда ладно. Тогда ладно. Если это прихожая. Окейшки, ладно, побежали. А тебе пришлось бы вспомнить, где этот оркестрион. Так, нужно идти на музыку, да? Нужно идти на музыку. Тихо. Тут? Или тут? Угу, закрыто. Не сюда, да? Блин, я уже забыл, куда нам нужно идти. Алло. Открой, пожалуйста. Падла, бесишь меня.
Это как в бункере. 60 тысяч вот это, дней куда-то бежишь, потом на тебя нападает бабайка, и ты заканчиваешься, и все. И чисто до побачення. Погоди, погоди, во-во-во, вот она, да? Не, не сюда. Тут? Так, мама часто запиралась, но вот. Ключ. Окей, как его использовать? Алло, Ира. Ну это ж правильный ключ. И она же тут играет, правильно? Так не речь, мне нужно как-то так. Предыдущий предмет, приблизить, удалить, закрыть инвентарь. Окей. И шо? А ты? Куда? Алло, впустите меня, пожалуйста. О, я что-то открыл. Во. Установлен. Отлично. Да, правильно? Все еще не работает. И что нужно? Кажется, здесь чего-то не хватает. Какой-то шестеренки. А у меня ключ потрачен, правильно я понимаю? Да. Ага, значит, это был не тот чемодан, что нам нужен. И... Миша? Так, хорошо. Здесь мне нужно что-то найти. Кажется, чего-то не хватает. Да твою ж! Интересно, дверка открылась или нет? Или... Понял. Это была не прихожая. Значит, да? Так, куда идти? Куда идти? Здесь заперто. Здесь ничего нету. Блин, как же ж вы меня... Бежали. Побежали, побежали. Тут закрыто. И там закрыто. Здесь больше ничего нету, да? Приблизить, удалить, продолжить. Забрать не могу. Так, записка. Окей. Да ты издеваешься. Где-то нужно найти какую-то шестеренку, чтобы запустить этот механизм, чтобы, наверное, открыть дверку, либо получить ключ, либо... Либо я не знаю. Так, ну здесь мы с вами были, здесь мы с вами были. Ладно, давай пройдем, я в принципе не против. Чтобы меня в хорроре не пугали. Сам не люблю бабаек. Давайте пройдемся, посмотрим. Может, я что-то упускаю? В этих тубочках точно ничего нету, да? Так, закрыто, закрыто, открыто. Ага, здесь тоже. Здесь тоже закрыто, открыто. Окей. Не. Нет, не сюда. Так, я здесь ничего не упустил. Никакой важной информации. Там кто-то беспокоится за Пауля. Так, а можно ли мне шестереночку? Либо нельзя. Так, присесть. Угу. А здесь тупик, а здесь... Так, давай смотреть. Дежурная на кухне по уборке дома с 8 до 19. Окей. А дежурные не могли мне ключик оставить, не, падлы? Так, заперто, заперто, заперто. Я походу уже кругами, да, хожу?
Да. Так, что за стрёмная музыка? Угу, закрыто. Здесь вообще нельзя ничего сделать. Так, отдай мне что-нибудь. Алло. Игра. Я бы намекни. Так, ну это картина, мы здесь были. Это окно. Здесь тоже, да, закрыто? Да. Ну тогда я I don't know, если честно. Если честно, то я I don't know, что тут делать. Ладно, бегем. Может, где-то за картиной, может, еще что-то нужно сделать. Так, забрать свечку, хорошо. Это что такое? Так, списки. Ну, как бы все, ребят, я все обыскал. Страшно, вырубай, да? Угу. Hey, так, не толкайся. And it's not my fault you can't do a boost up right. I've told you to, no climbing in through the window. Да, да, да. Open the door. Open your door. I knocked for ages, and no one answered. Oh, boys. Come on in there. Так, bad boys, bad boys. Your grandfather's sleeping. Так, береги должны отпугивать зло, так почему же тебе от них так тошно? Не знаю. Слышь, а вот это не эта штука подходит, да? Вроде на этот хрестик похоже, что нам нужно или нет. Алло, отдай. Отдай, пожалуйста. Дай мне что-нибудь. Дай мне подсказку, пожалуйста. Ра-та-та-ра-та-ра-та. Не-не-не-не. О, Пауль, ты вернулся? Так, почему... Алло, кто это делает? Погоди. Тихо. Кто-то кричит, слышь? Алло. Что здесь происходит? Так, Карл. Карл стал таким же жестоким, как его отец. Так, он запрещает мне говорить о войне, о сыновьях, которых я там потеряла. Меня даже не пускают в их комнаты. Моих родных сыновей. Само существование теперь под запретом. Жаль, что я еще жива. Отдай мне, пожалуйста. Дай мне, пожалуйста. Ключик. Либо что мне нужно. Так, кто там орёт? Прекращай. Страшно, вырубай. Так, ну мы здесь были. Здесь заперто, да? Здесь все заперто. Здесь, и здесь, и здесь. Ага, стой. Механическая птичка. Блин, может что-то выпадет с нее? А ну? Во! А дай ключик, может мне этот ключик нужен? Не? Понял, нет. Я бы сказал бы, конечно, чей ответ, ну ладно. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Так, что это такое? Мама здесь лежала дни напролет и плакала. Я бы тоже плакал бы, если бы мне приходилось бы в таком огромном доме ходить что-то искать постоянно. Ну все, 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 успокойся. Может, мне кто-то откроет? Алло, вы там лифт собираетесь делать, либо не собираетесь? Ладно, пошли.
Пошли вернемся. Мы, по-моему, отсюда спустились, да? Так, искаженный голос бормочет себе под нос. Я бы, конечно, это, наверное, послушал бы, если бы не музыка, которая орет. Так, дай мне что-нибудь. Ля, а это не та шестеренка, которая нам нужна? По-моему, она, да? Так, давайте пройдемся. Так, дверь комнаты брата заперта. Хорошо, давайте пройдемся, посмотрим. Закрыто, закрыто. Это моя комната, да? Да, это моя комната. Не упустил ли я тут ничего важного? Так, фотография роты. Хорошо. Здесь мы были, здесь мы читали, здесь закрыто. Солдатик, дай солдатик. Не. Ну ладно. Так, маленький воришка. Да, с каждым днем все хуже и хуже. Прошу тебя, помоги мне. Так, говоришь, что я безумно. Говоришь, что... Кукушонок — это мой сын. Окей, кто-то крышей поехал тут. У кого-то кукушка, да, там слетела. Так, давай пробежимся, посмотрим, есть ли тут что-то, кроме музыки из Гарри Поттера. Не напоминает вам Гарри Поттера музыку? Отдаленно. Так, закрыто, закрыто. Здесь закрыто, здесь закрыто. Хорошо, спускаемся вниз. По-моему, у нас это шестеренка, которая нам нужна, да? Так, сейчас бы еще вспомнить, как вниз спуститься. Было вообще шикарно. А я очень надеюсь, что это... Ладно, я к вам подымусь туда. Будете мне потом бегать. Очень надеюсь, что это музыка без авторских прав. Честно, я не знаю, что тут комментировать. Мы с вами уже, наверное, минут 40, да, ходим. Ищем непонятно что в хоррор-игре. Ура! О, иди сюда. Это оно. Е, бэйби. Так. И шо? И шо это нам дало? А ровным счетом ничего, да? Все? Это все, ради чего я... это вот ходил я. Так, открой. Мне интересно, а если я включу эту штуку, лифт не поедет случайно? Типа оно не отвечает за... за электричество. Давайте посмотрим. Навряд ли, конечно. Ля, дверка открылась. Ага, все, тихо, тихо. Помолчи, стой. Стой, все, отлично. Дверка открылась, ура. А ты не нападешь на нас, не? Алло. Бонжур. А ты шо, ля? Так, кажется, будто эта кукла... Это кукла, шо? За тобой наблюдает. Ну да, стрёмно, конечно. Странный майнтик, интересно, для чего он? Наверное, чтобы вызывать по байку. Либо дух нашего брата. Так. Клавиши из слоновой кости. По спине пробегают мурашки. Ну да, от такой игры, конечно. У меня тоже. О, очередная записка. Пока Карла не было. Мы с Гером. Понятно теперь, на чем она сидит. Не теряли времени, смотрели дом. Он даже не стал смотреть на кукушонка. Он мне верит.
Так, когда мы шли в Остину, он почувствовал холод прямо в том месте, где умер старый тиран. Так, мы от него не видели ничего, кроме горя, даже когда он еще был жив. Так, я схожу с ума, мне нужна она. Так, очередная записка. В этот раз я почувствовала, будто мой Йоханнес стоял рядом со мной и положил мне руку на плечо. Понятно, это ради этого мы тут с вами искали. Ты боишься даже смотреть. Эта картина напоминает тебе о том, что ты предпочел забыть. Так, кто это? Это у меня или где-то? Где? Кто? Иду. Бонжур. Ой, очередная записка. Ну... Так. Фрау фон Шмидт, в связи с вашим задолженностью и угрозой физического насилия со стороны вашего мужа, я с сожалением сообщаю, что сегодня не смогу лично присутствовать на спиритическом сеансе и направлять вас. Однако я знаю, как отчаянно вы в эти темные времена нуждаетесь в помощи ангела. Поэтому предлагаю ласковый цилиндр с моими инструкциями. Угу. Также найдете по ссылке серебряный подсвечник. Кроме того, с моего последнего визита у вас должны были сохраниться священный маятник, который реагирует на духовные вибрации. Так, ты шо, ля, мы сейчас будем с вами вызывать духов. Да. Ну, наверное... Так, что это? Это типа должно нас напугать, да? Мячик. Так, это мой мячик, и не забывай о нем, об этом. Я просто поиграть хотел. Играй со своим, но мой не такой красный. Вот упрямый маленький что-то там. Ну ладно, только пообещай, что вернешь, ладно? Верну, обещаю. Ты, а ты? Так ладно, ребят, наверное, мы с вами будем производить эти сеансы уже в следующей серии. У меня, в принципе, одной хватило. Говорится, было страшно, вырубай. Так что все, всем мур-мур, всем пока-пока и до следующей серии.